Здравствуйте! Вы на канале «Это интересно» и это таблица Менделеева. И сегодня я расскажу вам про неон, натрий, магний, алюминий, кремний. Мы начинаем! Неон – элемент периодической системы химических элементов с атомным номером 10. Инертный газ – пятый по распространенности элемент Вселенной. Простое вещество неон – инертный одноатомный газ, без цвета и запаха. Неон открыли в июне 1898 года английские химики Уильям Рамзай и Морис Траверс. В декабре 1910 года французский изобретатель Жорж Клод создал газоразрядную лампу, заполненную неоном. Название происходит от греческого слова «новый». Неон получает совместно с гелием в качестве побочного продукта в процессе сжигания и разделения воздуха на крупных промышленных установках. Неоном наполняют газоразрядные лампы в радиотехнической аппаратуре, фотоэлементы. Неоновые лампы используют для сигнальных целей на маяках и аэродромах. Натрий – элемент периодической системы химических элементов с атомным номером 11. Простое вещество натрий – мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета. Натрий впервые был получен английским химиком Гемфри Дэви, который сообщил об этом 19 ноября 1807 года в Гейгерской лекции. Название натрий происходит от латинского слова «натриум», которое было заимствовано из среднеегипетского языка. Кларк натрия в земной коре 25 кг на тонну. Содержание в морской воде в виде соединений 10,5 граммов на литр. Металлический натрий встречается как примесь, окрашивающая каменную соль в синий цвет. Металлический натрий широко используется как сильный восстановитель в препаративной химии и промышленности, в том числе в металлургии. Хлорид натрия – поваренная соль, древнейшая, применяемая вкусовой и консервирующее средство. Температура плавления – 97,86 градусов. Температура кипения – 883,15 градусов. Под давлением становится прозрачным и красным, как рубин. Щелочной металл на воздухе легко окисляется до оксида натрия. Для защиты от кислорода металлический натрий хранят под слоем керосина. При горении на воздухе или в кислороде образуется пероксид натрия. Помещенный в воду кусочек натрия всплывает из-за выделяющегося тепла. Плавится, превращаясь в белый шарик, который быстро движется в разных направлениях по поверхности воды. Реакция идет с выделением водорода, который может воспламениться. Натрий входит в состав всех живых организмов. Совместно с гелием натрий выполняет следующие функции. Создание условий для мышечных сокращений, поддержание кислотно-щелочного баланса, нормализация водного баланса. Воспламенение и даже взрыв металлического натрия при соприкосновении с водой и многими органическими соединениями может причинить серьезные травмы и ожоги. Магний – элемент периодической системы химических элементов с атомным номером 12. Простое вещество магний – легкий металл серебристо-белого цвета. В 1792 году Антон фон Рупрехт выделил из белой магнезии восстановлением углем неизвестный металл, названный им австрием. В 1808 году Гемфри Дэви получил неизвестный металл, который назвал магнезиум. В России с 1831 года принято название магний. В 1829 году французский химик Бюсси получил магний, восстанавливая его раскаленный хлорид металлический колонии. В 1830 году Майкл Фарадей получил магний электролизом расплавленного хлорида магния. Магний обладает металлическим блеском. При обычных условиях поверхность магния покрыта довольно прочной защитной пленкой оксида магния, которая разрушается при нагреве на воздухе до примерно 600 градусов. Плотность магния при 20 градусах 1,738 граммов на сантиметр кубический. Температура плавления 650 градусов, температура кипения 1090. При нагревании на воздухе магний сгорает с образованием оксидов и небольшого количества нитридов. При этом выделяется большое количество теплоты и света. Магний хорошо горит даже в углекислом газе. Магний применяется в сплавах, химических источниках тока, в огнеупорных материалах, в военном деле и медицине, в фотографии и при создании аккумуляторов. Алюминий – элемент периодической таблицы химических элементов с атомным номером 13. Относится к группе легких металлов. Простое вещество алюминий – легкий металл серебристо-белого цвета. Алюминий обладает высокой тепло- и электропроводностью, стойкостью к коррозии за счет быстрого образования прочных оксидных пленок. Впервые алюминий был получен датским физиком Гансом Эрстедом в 1825 году.
По распространенности в земной коре занимает первое место среди металлов и третье место среди элементов. Массовая концентрация алюминия в земной коре оценивается от 7,45% до 8,14%. Алюминий реагирует с кислородом, образуя оксид алюминия. Реагирует с серой, образуя сульфид алюминия. И с углеродом, образуя карбид алюминия. Алюминий применяется в качестве восстановителя в сплавах на основе алюминия, как добавка в другие сплавы, ювелирных, столовых приборах, стекловарении, в пищевой промышленности и военной промышленности, в ракетной технике. Кремний – элемент периодической системы химических элементов с атомным номером 14. Впервые в чистом виде кремний был выделен в 1811 году французскими учеными Жозефом Луи Гей-Люсаком и Луи Жаком Тенаром. В 1825 году кремний был назван силицией, в 1834 году Германом Ивановичем Гессом был назван кремний. Содержание кремния в земной коре 27,6%, 29,5% по массе. Второе место. Кремний применяется как сырье для металлургических производств для производства более чистого поликристаллического кремния для добавки в пластмассу, производство одиночных электронных приборов, как солнечная энергетика, в производстве стекла и цемента и как силикатный клей. Для некоторых организмов кремний является важным элементом. Он входит в состав опорных образований у животных и растений. Вы были на канале «Это интересно». До скорых встреч!